А вот и подсолнух. Да, ну как бы это Роснефть, а не подсолнух. Почему подсолнух? Роснефть. Ну что, не надо тут разве? Мне кажется, нормально. Да не, я тебе говорю то, что ты говоришь подсолнух, но это вот тот подсолнух, а само это Роснефть. Ты ошибочно говоришь, понимаешь? Не, ну правильно, что мы то, что мы сейчас тут заправим. Тут ну да, ну мам, ну кто меня поймет? Роснефть. С такими шариками. Мы сейчас заезжали на заправку, заняли бензина. Сейчас едем дальше. Там слив бензина был, в общем, один сливает. Залили нам классный, 95-й. Хотя я думала, 92-й залит, но... 95-й классный, конечно, залили. Едем, в общем, заправляемся на подсолнухе. Там, где подсолнух нарисован, Роснефть. Все самое классное, нам очень нравится. Смотрите, какие переходы, да? Это как ведро. Заходит туда. Мы ни разу в метро не спускались, вон какая труба, трубища. И там, где я работаю, у нас тоже такая труба. Ну, в разных местах, тут в городе тоже вот есть, стоят. Тут, наверное, какой-то завод, мы еще тут не все знаем, не знаем я тут что. Ну, в общем, раз труба стоит, значит, какой-то заводик. Да? Не. Солнышко сегодня, блин, вообще класс. О, все, слепит. Мороз и солнце, день чудесный. Это вот как раз про такой день. Ну да, сегодня. Говорили то, что утром ясно будет и минус 11. Ну как раз минус 11. Морозяка, конечно, чувствуется. Ну автобусик давай, в какую ты сторону едешь? Мы сюда. Сюда едем? Да, мы едем сюда. Будем поворачивать. Ты думал, мы сюда куда-то едем? Ой, солнышко да прям. Да я тебе еще говорю. Вот он мой. У-ху! А мне еще светит. Велосипедист, да. Молодец, Ита. Занимается спортом даже зимой. Это вон там парк Юрия Гагарина. Смотри, да. Мы сюда. А, вот нас. Да, справа мы вон сюда. И тут классное здание, смотри, и тут. Вот туда. А вот тут вот классное здание мы было. Проехали. Да, там парк Юрия Гагарина. В общем, тут направо и налево можно смотреть, везде классно. Да, там парк Юрия Гагарина, но это не парадный вход, так что там не очень так парадно. А вот это, наверное, парадный вход в паркхаус. А вот там вот мечеть, видишь, он длинный. А вон там мечеть, блин, это мне надо как-то... Там никак, да, не прибыль. Нет, я приближу, ты чё, я же молодец. В общем, тут классно. Обойдёшься. Не, они приближаются. Смотри, что делают, прям под машину лезть. Нам прибикает, типа, едьте. Куда мы тебе, под машины, что ли, поедем? Там же едут машины другие. Не, не приближаются, какой-то короче. Мужик вообще. Вот куда торопиться, если мы на машине, нет, да? Вот куда? Да, поехала. Мы короче, сюда поехали. Сюда. Ой, можем вообще сюда поставить, да? В сторонке от всех, а то там слишком больно такие диперстовые, которым срочно надо куда-то. Куда срочно им надо? Если ты на машине, то ты везде успеешь. Ты же не пешком. Что торопиться-то, да? Надо радоваться. У меня, смотрите, сломался тут этот. Вон, я прям не могу никак не открыть ничего. Надо купить новый кошелек, наверное. Ну, как-то уже так. Или висюльку. Такой нормальный, чтобы она не слетала. Не знаю, что прям. Давай поближе. Так прям это обидно. Вон. Даже тот раз вот открывала, локоть вон у меня поломался. Из-за этого. В общем, посмотрим сейчас какой-нибудь такой же маленький, только чтобы он был недорогой. Дорогой ничего не охота брать, деньги тратить. Будем экономить, как всегда. Давайте, да.